Исламская республика Иран, как суверенное государство, устанавливающее правила на своей территории, вправе разрешать и запрещать все, что угодно. Если они рассудили для себя, что публикации, опубликованные на так называемом тюркском, азербайджанском, каким-то образом негативно влияют на внутреннюю ситуацию, они это могут сделать. А впрочем, и все остальное. Вообще говоря, против так называемой мягкой силы в любом исполнении, в исполнении любой страны, крайне мало рычагов, и одним из таких рычагов является, конечно, запрет. Иран будет самым пристальным образом отслеживать разного рода гуманитарные инициативы, которые так или иначе затрагивают их азербайджанское население, и те инициативы, которые исходят извне. Под извне я понимаю Турцию, я понимаю Азербайджан. То есть это все будет отслеживаться и процеживаться через сито того, полезно, не полезно, вредно, не вредно, несет угрозу, не несет угрозу. В последнее время Иран демонстрирует действительно очень сильно нарастающую обеспокоенность тем, что происходит именно в этом направлении. В Турции есть убежденность, что Иран и Армения так или иначе действуют в связке. Поэтому, если идет какая-то напряженность по линии Турции и Иран, то к Турции подтягивается Азербайджан, к Ирану подтягивается Армения. Вопрос в том, насколько Армения здесь будет, может оказаться втянута, с учетом того, что Армения, я полагаю, своих заботах достаточно. Но так или иначе, мимо этого армяна пройти совсем уж вряд ли удастся. Продолжается острая региональная конкуренция между Турцией и между Ираном за влияние. И Азербайджан, заключивший союзнические отношения с Турцией, это очень мощная, серьезная сила в регионе. И нарастание, укрепление этой оси, конечно, Иран не может не беспокоить, с учетом того, что треть территории Ирана – это все-таки регион компактного проживания иранских азербайджанцев. Соответственно, любые заходы на них с разного рода гуманитарными инициативами извне иранским руководством воспринимаются крайне болезненно. Тем не менее, эти процессы идут. Параллельно им нарастает напряженность в отношениях в этом треугольнике. И, соответственно, можно ждать, что это продолжится.